Для приготовления хлебцов нам нужно 250 грамм льна залить 500 миллилитрами воды и оставить его на 2-6 часов. После размачивания лен получается вот такой. Еще нам для хлебцов нужна будет паприка, чеснок, соль, 1 луковица и 600 грамм морковки. Также 250 грамм сухого льна, который мы потом будем измельчать. Сейчас мы нарежем морковку. Погружаем ее в блендер. Режем лук на крупные кусочки и также отправляем его в блендер. Туда же помещаем и чеснок. Все это тщательно измельчаем. У нас получается такая однородная масса. Теперь мы измельчаем оставшиеся 250 грамм сухого льна в кофемолке. Замоченный лен нужно измельчить погружным блендером. Вот такая вот масса получается. Теперь нам нужно все соединить. Берем наши овощи, замоченный лен измельченный и сухой лен. Добавляем паприку, соль. Все это тщательно перемешиваем. Сушим хлебцы в дегидраторе. Дегидратор застилается пергаментной бумагой и поверх нее тонким слоем равномерно размазываем тесто. Потом разрезаем, делаем вот такие вот надрезы ножиком, для того, чтобы было удобнее разделять наши хлебцы. Сушатся хлебцы примерно около 8 часов. После высыхания мы получаем вот такие вот хрустящие, очень вкусные хлебцы. Всем приятного аппетита!